От Абу Хурайрата передается хадис. Один человек пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и спрашивает: «О посланник Аллаха, какая садака самая великая садака?» говорит. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Это та садака, говорит, которую ты даешь, когда ты здоров, и когда сопутствует такая мысль в твоем сердце о скупости, о бедности». Каким образом это можно объяснить? Сейчас ты чувствуешь, если я вот это отдам, я без денег останусь. Или же у меня риск уменьшится. Когда, говорит, у тебя такие чувства и мысли в сердце, и когда ты здоров, а у нас наоборот же бывает, когда мы чуть заболеем, там тут начинаем садака раздавать и так далее, мы это просить Аллаха. А пророк сам говорит: когда ты здоров, когда ты не нуждаешься, и когда у тебя есть такая мысль в сердце, тогда то, что ты отдал, самая великая садака, говорит в достоверном хадисе пророк саллаллаху алейхи вассалям. Далее посланник Аллаха говорит смысл: не откладывайте до того момента, пока душа до глотки дойдет ваша. Когда, говорит, наступит это время, этот миг, он может, говорит, сказать: из этих, что я собирал, эту часть дай этим, эту часть дай этим, но когда опередит его смерть над ним, согласно шариату, оставшаяся из имущества, только 1/3 часа расходуется над ним. А 2/3, пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, это не его, говорит, это уже ирс, наследство. Необходимо разделить. Он не хозяин уже. До этого момента пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: не откладывайте.